OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. На самом деле, на мой взгляд, 21 век очень много изменил. Представление о том, что из-за границы невозможно бороться и невозможно действовать так же эффективно, как если бы вы находились внутри страны, это представление ошибочное. Я почему еще говорю об этом, поскольку по этому поводу шла дискуссия даже на стримах моего канала с тем же Федором Крашенинниковым, с теми же другими участниками, когда мы спорили о том, где был бы эффективен Навальный, так же, как мы спорили о том, кто ценнее, как политик или как общественно значимое лицо, человек, занимающийся сопротивлением, пусть даже за пределами России, или же находясь в тюрьме внутри страны, да еще подвергаемый там разного рода пыткам, возможным пыткам, не обязательно, но точно такое возможно, когда его, находясь под воздействием, могут заставить подписывать бумаги, соглашаться на сотрудничество, выступать с публичными покаяниями. Приблизительно модель, которая существует в Беларуси, это же модель, собственно, такая же, но в более мягкой форме, существующая и в России. Вопрос просто дальнейшего ее развития. Безусловно, Россия превратится в Беларуси даже более худший образчик через какое-то время. Достаточно ли это время для того, чтобы люди приняли решение о том, что самые активные из них, те, кто не приемлет этого режима, не те, кто является ватными и которые поддерживают Путина, есть такие, очевидно, что их значительное количество в России, а вот все-таки те, которые не могут жить в этих состояниях, потому что состояние свободы для них определяющее. Жить вне свободы невыносимо. Особенно это для тех, как я, вот, например, мне 50 лет. Я пожил при советах. И я вам хочу сказать, что вернуться к этому состоянию, продолжать существовать вне свободы, неважно, даже если вы имеете, как я, возможность перемещаться из России в Россию, из России в Россию, таким людям очень тяжело принять эти обстоятельства. Невозможность оставаться внутри страны и быть свободным, это тяжелейший моральный выбор. Потому что с неизбежностью в ближайшие годы, пока Путин окончательно не сдохнет или не сойдет с ума, будут гайки закручиваться гораздо сильнее. Вы увидите возвращающиеся практики с партсобраниями и общественными коллективами, трудовыми коллективами и всякого рода общественными инициативами в этой сфере. Любое отклонение от нормы, причем оно может быть разным, и политическим, и моральным, и этическим, каким угодно, будет наказываться не просто порицанием, а уголовной статьей. Мы все это видели, и возвращение этого не сулит ничего хорошего. Говоря о том, как это все будет преодолеваться, неизбежно, в ближайшие 10 лет Путина не станет. Он либо сдохнет, либо это дойдет до войны, может быть, не в этот раз, а в следующий, и это приведет к каким-то переменам. У меня в этом особых сомнений нет. Хотя, опять же, отвечать за сроки я не берусь, потому что это может произойти завтра, а может через 10 лет. Но это десятилетие, да, 30-х уже, точнее, 20-х годов, до 30-го года, оно ознаменуется катастрофическими переменами, причем мы не знаем знака, плюс или минус. Было бы говорить о том, что мы знаем, предвосхищаем эти перемены их определенным качеством, было бы, ну, с моей вот позиции, с моей точки зрения, слишком самоуверенно так говорить. Я не знаю этого будущего, но я понимаю, куда крутится колесо истории. Так вот, меняясь, мы долго будем разгребать, в частности, вот эту навязанную любовь режимом, властью по отношению к отдельным гражданам. Поди их потом уговори вернуться, когда они устроят свою жизнь за пределами России. Причем это не последние люди, это люди, которые обладают образованием, инициативны, харизматичны, хитры, изворотливы, готовы устраиваться в новой жизни, учить языки и так далее. То есть активная часть населения, понимаете? Уезжают-то, в общем, лучшие. Так это всегда бывает. Это не то, чтобы в России так. В России точно так. А и в других местах, когда люди покидают, вынуждены покидать страну из-за социальных, политических и других неурядиц, то уезжают прежде всего лучше. Потом тянутся другие уже, подтягиваются другие. Кстати, лучшие, видимо, уже в значительной своей степени уже покинули страну. Так вот, будем мы преодолевать это в дальнейшем, когда Путина не станет, объясняя и народам, и странам, и людям, что нет, больше никогда не будет никакой навязанной любви. Никогда не будет этой жесткой сцепки между людьми, странами и народами и одновременно властью.
которые надо разрезать раз и навсегда. Понимаете? Это будет тяжелейшая задача. И на нее, и на ее исполнение уйдут десятилетия. Чтобы вы понимали, вот это вырывание от Путина и возвращение в нормальное состояние потом, после Путина, займут десятилетия. Мы все с замиранием сердца смотрим на все происходящее и пытаемся угадать, удастся ли отойти от края, удастся ли предотвратить страшную трагедию, новый виток войны между Россией и Украиной. И я сейчас хочу сказать не об этом, а о том, как к этой возможной войне относится у нас. Помните, в гениальной песне Евтушенко «Хотят ли русские войны» этот вопрос был риторическим. Все понимали, что граждане страны, прошедшие через такую жуткую трагедию, как Великая Отечественная, не могут хотеть войны. Вот не могут и все. Сейчас ситуация изменилась, к сожалению. У нас младенцев одевают в военную форму. У нас солидные дяди в чинах выступают по телевизору и рассуждают о том, как было бы правильно применить против соседей ядерное оружие. И вы знаете, их не госпитализируют в сумасшедший дом. И даже морду не бьют прямо там в студии, что уж минимально необходимое действие, мне кажется. У нас такое ощущение, что люди сошли с ума. И вы знаете, я не могу сказать, что наши не хотят войны. То есть нет, они ее, конечно, не хотят. Конечно, когда вы спрашиваете человека, хочешь ли ты, чтобы твой сын поехал воевать с украинцами, конечно, он скажет, нет, ни в коем случае. Но наши хотят не войны, наши хотят победы. Победы, победы без войны. Вы знаете, это не случайно. Вот эти десятилетия отвратительной, пошлой пропаганды этой великой победы привели к тому, что война смотрится сегодня такой, знаете, веселой картинкой. Вот вылетают наши «Катюши», вот нас встречают цветами, вот парад победы. То, что до мая 45-го дошли очень немногие, что лейтенант жил на фронте один день всего лишь, это была средняя продолжительность жизни лейтенанта на фронте, что это была кровь, грязь, что совершенно страшное, об этом как бы забыли. И будущая война, война с вами, если она, не дай бог, случится, к сожалению, но не такими людьми, как я, но многими в нашей стране, видится такой же легкой. Враг побежит от первых звуков движения наших наступающих колонн, а дальше опять цветы, парады и все хорошо. Это не вчера родилось, и не только в связи с стремлением уничтожить вашу независимость. Это началось давно, когда люди стали видеть себя не строителями или первопроходцами, а прежде всего победителями. Победителями. Вот это главное в нашей самооценке. А потому так неинтересно заниматься повседневной работой, так неинтересно обустраивать территорию, так неинтересно заниматься повседневным делом. Люди – герои, они видят себя героями войны, а не героями повседневности. Конечно, если, не дай бог, эта трагедия случится, люди очень быстро придут в себя. И Путин, вообще наше руководство, ориентируется не на них, нет. Оно ориентируется на свою оценку того, чем придется заплатить. Потому что если пойдут гробы в дома наших граждан, то электорат Владимира Владимировича этого ему не простит. Поэтому, может быть, еще и не будет войны. Но если нам удастся, дай бог, удастся ее избежать, то, к сожалению, ну это, правда, уже не ваша проблема, а наша, нам придется очень долго выздоравливаться от этого сумасшествия, в котором люди видят себя не строителями, а воинами. Правда, может, это и ваша проблема. Этого я просто не знаю. Но для нас это действительно очень серьезно. Все-таки я надеюсь, что нам удастся отойти от края.